парк, и мне очень нравится, как он устроен, и как тут все ярко и красиво для детей. Что делается для развития сельских поселений, чтобы жизнь в селах и в городах как-то приравнять? Мы уже благодарны и администрации, и главе республики за такую заботу о нас. Желаю бараката вам развития. Конечно, это большой праздник сегодня. Мы видим, как радуются дети. Хотим поблагодарить нашего главу района, главу республики. Тяжелое время, рядом идет СВО в Украине, рядом недалеко от нас даже трагедия Палестины. Несмотря ни на что, наше правительство уделяет такое внимание. Наш микрорайон раньше назывался он собачий поселок. Наверное, из-за того, что здесь раньше, когда я была маленькая, здесь происходили собачьи бои. Мне так кажется, потому что здесь устраивали собачьи бои, и люди здесь собирались. Но сегодня такое радостное событие. Здесь уже не собачьи бои, а парк открывается для детворы, в котором люди будут собираться смотреть не на собачьи бои, а развлекательные игры.